Ну, для меня, честно, пока как герой она непонятна, потому что нет у нее пока каких-то интересных ситуаций, которые помогли бы ее раскрыть. Для меня Аня Левченко пока темная лошадка, ну вот просто симпатичная картинка. Но надеюсь, к ней скоро придет достойный. Ну, ребят, давайте я буду отвечать только на те вопросы, которые касаются меня. Мне сложно влезть в голову к кому-то из участников, сделать прогнозы, предугадать и дать вам ответ. Но правда, это какой-то необъективный будет ответ, мое просто мнение. Ну, смотрите, конечно, какую-то часть стола нам не сложно накрыть участнику, особенно если это съемки, концерты, что-то еще. Но если участники хотят какой-то свой особенный алкоголь, они, конечно, могут его купить себе сами, потому что это Новый год. То есть вы серьезно считаете, что шестерых ведущих для этого проекта недостаточно? Вы правда так думаете, что нам нужен еще один? Серьезно? Слушайте, ну глупо или нет, тут решать только вам. Я же не знаю вашей ситуации, сколько ему дали, какие у вас отношения, есть ли дети и так далее. Мне правда сложно судить. Если бы у меня была такая ситуация, я бы не ждала. Я бы не выбрал такого мужчину в спутнике жизни. Честно, по мне, если Макеев сохранит семью, вернется к жене, и она его простит, это будет лучше для него. В жизни всякое бывает, мне кажется, шанс сохранить семью у него нет. И я не верю, честно, что у него еще что-то может получиться с Аленой. Я даже не понимаю, почему я должна вам ответить. Я не могу залезть ей в голову. Мне сложно сделать вывод. Может быть, у нее вещей нет, может быть, вы не были невнимательны. Может быть, попали на определенный эфир. Ну, то есть, мне правда сложно судить. Давайте как-то мне вопрос адресуем. А для меня много любимых городов, например, Москва за возможности, например, Орел за то, что я там родилась и выросла, например, Киев, в нем живут мои друзья, родственники, это тоже мой родной город. У меня много любимых мест, они прежде всего связаны с людьми и эмоциями. Я всегда обожала мафию, я мухлевала, халтурила, обманывала, прощупывала людей. Мне кажется, мафия – это отличная игра для выявления своих качеств и для прощупывания людей, узнавания получше, ну и доля авантюризма. Ну, потому что эта песня коллективная, а здесь все-таки, мне кажется, нужно было спеть песню лучше, чем какой-либо участник или дуэт, который ее исполнял. Перепеть коллективную песню, ну, правда, крайне сложно. Зарплата. Так вот, на что зарплата уходит. Стёп, на что ты потратил деньги? Ну как ты мог, а? Стёп Уменщиков щедрый. Потратил зарплату. Люди решили ее забрать. Деньги.